Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Redeemer. Ну что же, поехали. Давайте, нормальный. И вперед. Это утро должно было стать моим тысячным утром безмятежности. Похоже, что теперь счетчик придется сбросить. Храм исчезающей звезды был скрыт от всех, кто не знал его точного расположения. Он был идеальным пристанищем для меня в течение многих лет. Он дал мне новый дом, новую семью и новую цель в жизни. Говорят, что храм был построен для тех, кто жаждет жизни в простоте и трудолюбии, жизни, в которой дисциплина правит телом и духом. Здесь я больше не был солдатом, не был орудием, цепным псом. Я был братом и искателем мудрости. По крайней мере, так они сказали мне, и я охотно поверил в это. Но не так просто поменять кого-то вроде меня. Тренировки давались легко, но когда дело доходило до медитации, я снова начинал слышать призраков кровавого прошлого, пылающих в моей голове. Можно хоть 40 лет прожить, сопротивляясь зависимости, а затем ты получаешь всего одну каплю своего наркотика и тут же слетаешь с катушек. Вот почему я так надеялся, что никогда больше не услышу ни единого выстрела. Мне говорили, что во время медитации я ни в коем случае не должен позволять своим мыслям о прошлом и страху будущего влиять на восприятие настоящего. Сегодня это дается особенно трудно. Ну что ж, ребята, как-то так. Грубое пробуждение. Первая глава. Поехали. Так, отлично. Оу, круто, я бы даже сказал. Что тебе надо? Иди сюда. Ты-то что там пальцем мне указываешь? Слушайте, игра жанра beat'em up. Бей и круши. Ну что же, давайте тогда будем бить и крушить. Ну ух ты. Отлично. Задушили. Оружие ближнего боя ломается, когда у него кончается прочность. Понятно, будем знать. Поехали далее. Что у нас тут? Зажми ЛТ и двигайся правым стиком, чтобы осмотреться. Ага, все понял. Осмотрелись, елки-палки. Я думал, что мы хотя бы втихаря подойдем. Но не тут-то было. Зажми Б, чтобы поднять и удерживать бочку, а затем отпустите, чтобы бросить ее. Сейчас мы это попробуем. Игра, кстати, ребята, от отечественных производителей, от фирмы, которая называется Собака. Да, действительно, мы берем бочку и можем с ней передвигаться. Значит, мы можем в любой момент ее бросить в врага. И, кстати, вот этот вот мужичок, за которого мы играем, его звать Василий. Это бывший спецагент, который, видимо, после своих греховных дел решил уйти в монастырь и обрести там покой. Но, как видите, почему-то ему это не удалось. Почему-то за ним стали охотиться спецназовцы. А точнее, они пришли в монастырь и начали тут беспределить. Напоминает мне наш Василий, знаете кого, ребят? Кратоса из God of War. Ему бы еще раскрасочку и точно был бы один в один. Ну и, естественно, цепи с ножами. Так, ну,
мы все-таки... Тихо, 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 тихо. Не орите. Иди сюда. Шикарно, конечно. Ничего не скажешь. Давненько я не играл в игры такого жанра. Да на ты, получи. Так, надо поменять. Я так понял, у нас шоковая дубинка это. И еще какие-то, знаете, мотивчики мне дают об игре Диабло. Что-то напоминает. Да иди ты сюда, елки-палки. На. Давайте поменяем. И будем двигаться дальше. Ну-ка, дай-ка я возьму этот валун. Будем камнем бить. Ну где вы? Выходите сюда. Орлы. Я вас заждался уже. Оп, не тут-то было. Оп. Ну давай, посмотрим, кто кого. Все, сдулся. Так, а, это поменять. Ну-ка дай вот этот камень мне. Игра обещает быть очень кровавой и жестокой в плане всяких ударов, комбо и так далее. Восполняйте жизненную силу, убивая врагов. Хрен тебе. Ты что ты делаешь, а? Из-под тишка лезет. Дай-ка я камень возьму. Буду камнями швыряться. Ну чё, где вы там? Орлы. Получи. Тоже хочешь? Получи. Ну, как бы не так. Получи, гаденыш. Дайте-ка вот эту возьму дубиночку. Она вроде посвежее. Ну, алло. Ага, тут еще можно убивать врагов окружением. Вот я так понимаю, вот это вот дерево как-то взаимодействует. Если я, например, на него врага или наткну, или прибью его. Смотрите, ребята, монахи валяются. Убитые. Ох, они козлы. Чередуйте удары руками и ногами, чтобы делать разные комбо. Ёлки-палки, дубинка кончилась. Тихо, тихо, успокойся. Иди сюда. На, получи, блин. Вот гаденыш. Все-таки задел меня, блин. Ну, он за это поплатился. Я ему черепушку-то об скалы размозжил. Дайте валун возьму еще один. Слушайте, я так понимаю, здесь можно и поджечь чувачка. Опа-на, висельник. Ребят, смотрите, монах висит. Эти суки за все ответят. Правильно, Василий. Будем мстить жестоко всем. С какого перепуга они сюда напали, я так и не понял. Ну, возможно, в дальнейшем нам расскажут повествование. Почему так все произошло здесь. Почему отставного там вояку спецназа преследуют какие-то чепушилы. Мощника, а? Ну-ка получи. Ты, слушай, не припухли, а, сынуля? На, вот так, с вертушки. Слушайте, довольно неплохая, я считаю, для такой игры графика. Тем более то, что это наши программисты делали. Очень даже годный такой битэмапчик. Зажмите XU, чтобы зарядить удар. Чтобы зарядить удар. Все, я понял. Да хорош, отступись. Ты что стоишь тут? На. Зарядить удар, ну-ка. Неплохо. Так, давайте поднимем камень. И будем сейчас бросать его.
Так, нам надо на мост. Так, AX или AU? Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо, братки. Вы что, припухли уже тут с оружием? Улетел. Так. АЮ. Нифига, как-то я так... Ага, вот, значит. Или Ю... ЮБ, что ли, там было? Я уже не помню. Все, понял теперь, какие он делает комбинации. Используйте правый стик, чтобы достать оружие и прицелиться. Не дурно. Совсем не дурно. Ой, кончились, кончились патроны, ребята. Че, он там своего, что ли, грохнул? Да на ты, выкуси. Тихо! Ёпрасоты, я не думал, что здесь можно упасть. Заново. Откуда заново? С самого начала, что ли? Нет, 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 нет. С точки сохранения, это хорошо. Значит, здесь можно и самому погибнуть, упавши. Да хорош, что у вас тут что-то слишком дофига. Ты смотри, а что творит, паскуда? Давайте валун возьмем. Блин, надо быть аккуратнее. Я думал, что здесь нельзя ему упасть, только враги падают, но не тут-то было. Что ты тут своей дубинкой? Да на ты получи. Так, поменяем. Вот так вот мы умеем даже делать. Давайте-ка я возьму камень и брошу. Ага, вот он мост. В принципе, все хорошо. Да как же так-то? Как ты промахнулся? Ух ты. Не завидую я тебе, парень. Черт, вот этот удар, конечно, очень опасен. Можно самому провалиться. Да иди сюда. Вот там тебе и место, сиди. Берем ствол. Ну, где вы тут, оборванцы? Давай следующий. Да как же быстро заканчивается-то, а? Черт, самому бы не упасть-то, елки-палки. Вот чего я боюсь. Ну, наконец-то кончился мост. Вот так вот, по-тихому. Ты чмо, ты достал уже тут со своей пушкой. Да ё-моё, вы чё, бессмертные что ли тут все, а? Иди сюда, я тебя добью сейчас. Вот так вот. Заберу твой ствол и побегу. Незваные гости. Враги слышат ваше устройство со спины. А, ваше убийство со спины, когда они совсем рядом. Ох, ты смотри, что делает. Монаха бьет. Опа, нифига он ему. Так, он за это ответит, ребята. Он просто убил ни в чем не повинного человека. Сюда, говнюк. Охренели, я смотрю, вообще в корень. Беспредел полнейший тут устроили, а? Как тебе, а? Чё тебе надо, блин? На, получи. Ну что, вроде бы как... Ё-моё! Куда они там побежали?
все, нет? Нет, по ходу дела еще не все. Получи. Так, это что у нас? Кувалда? Ну-ка, дайте-ка я испробую кувалду. Опа-на, куда-то мы пришли. Что, у меня есть то, что ты ищешь. Босс, что ли? Два амбала каких-то. Восполняет мою жизненную энергию. Значит, супер убийство и супер скиллы восполняют жизни. Ясно. Заходим внутрь. Нифига не заходит почему-то. А, вот куда надо идти. Так, может быть, по-тихому. Не, там пропалил, чувак. Да какого лешего так закончились быстро патроны? Ух ты! Фига он с локотка-то ему накумарил. Готов один. Второй готов. Слушайте, эти какие-то ребята уж больно мощнявые. По крайней мере, у них такие... Ого! Чё? Ты хорош, успокойся. Ёлки-палки, я не думал, что он такой жесткий-то. А так, если... О-хо-хо-хо. Нафиг, давайте лучше возьмем пистолет. Ну, выходите. Блин, что же им здесь надо-то было, а? Какого лешего? О, и опять этот урод. Да собака! Вот хитрожопый, ты посмотри какой, а, мощнявый. Просто чайник ему раскололи и все. На этом разговор был короткий. Ну, я так понимаю, да, тут можно взаимодействовать вот со столом, например, вот с этим. С бревном, которое тут у нас, вот пенек этот. Об них можно убивать врагов. Видать, определенными какими-то способами. Как там написали, мультикомбо или что-то такое. Так, чекпоинт. Дайте подтихаря я этого. Вот так, просто чайник свернул и все. Ну, кто следующий? Где? Выходи. Ой, елки-палки, да не так же много-то сразу. Опять этот кибернетик в своем экзокостюме. Причем их здесь два, а? Черт, я думал, что будет все легко и просто, но я ошибался. Не вижу нифига из этого дерева, мешается только. Ты смотри, что опять делает псина, а? Да отцепись ты! Блин, они встают в блок, и все, и ты хоть ты тут тресни. У меня-то есть блок? А, у меня тоже есть блок, ребят. Неплохо, неплохо было сейчас сделано. Иди сюда. Теперь моя очередь. Черт-то с два! Опять меня повалил. Да что ж ты такой мощнявый-то, а? Нереально просто какой-то. Он в блокировке стоит, и у меня, ребята, уже половинка столбика ХП. Не, это совсем не... Так, это вроде бы как обычный, да? Давайте его подтихаря. Опять вы, да хорош, ну в самом деле-то уже, а? Сейчас будет преследовать.
Так, ну этот у нас обычный, с дубинкой. Так, успокойся, он еще и бежит в два раза быстрее вот этого простого. Все, тебе хана, блин. Ни черта не вижу. Да какой же ты, а? Ну не, невозможно просто. Сейчас меня тут, по-моему, ребята накумарят. Причем нехило. Ух. У меня хоть восполнение жизни есть какое-нибудь, помимо всяких там мультикомбо и так далее. День покушать что-нибудь. По-моему, ни шиша тут нету, блин. Гнида, а. Ну давай, давай, давай. Опа, мимо. Слушай, если я в блок встану, что будет? Вот я встаю в блок. Все, я понял. Лучше их в блоке. Когда он пробивает, он становится, грубо скажем, беззащитным. И я его могу спокойненько добить в этот момент. Так и будем с вами поступать. Что они тут рыскают, а? Что они ищут? Так, их здесь трое. Иди сюда. Вот так вот, блин, получил по чайнику. Блин, я думал, здесь что-нибудь будет. Хотя, подожди. Найден свиток. Вот это как раз оружие по мне, блин. Буду их топориком сейчас кромсать. Надо только найти кого. И стулом сейчас еще огрею. Да куда ж ты бросил стул-то? Ядрить тебя на корень. Так. Ё-моё. Вот это сейчас было замечательно. Просто придумано. Да, действительно, давненько я не играл в такие игры. Давайте возьмем стульчик. А что означает, вот, смотрите, значок наверху, да? Молоточек, и на него указано. Вот так вот тебе там и место. Просто головой чан разбили, и все, делов-то. Так, ребят, я что-то немножко не врублюсь куда... А, вот, мост же. Че я туплю-то? Так, чекпоинт. Это хорошо. О-хо-хо-хо! Так, я и думал, что рано или поздно мне должно это получиться. Так, делаем, как мы и говорили. В блок встанем. Ну, бей! А теперь моя очередь. Чёрта с два! Да ядрить тебя на корень. Не получилось, ребят, почему-то, к сожалению, у меня. Вот так вот. Уже другой разговор. Фух. Черт, вырезает всех, а. Да ладно вам, хорош. Еще двое здесь не хватало. Блинский. Ну хорошо, тут хоть оружие какое-то есть. Да ты запарил, но в самом-то деле, а? Блин, не упасть бы нафиг. Так, давайте вот здесь вот сейчас кого-нибудь накумарим. Вот так вот. Так, ну этого сосунка мелкого я сейчас закумарю однозначно. Он готов. Теперь остался вот этот вот паршивец. Как говорится, кто кого перебьет. Плыви, рыбка. Ух. Жестяк, ребят, просто жестяк какой-то.
давай возьмем. Блин, мне с этими подонками надо разобраться. Они убили монаха невиновного. Кто? Опять киборг этот. Фак, еще с винтовкой. Че, не понравилось? Лети отсюда нахер. Где-то пистолет же я тут помню был. А, вот он. Все отлично. Монахи подняли тревогу. Я такое впечатление, что здесь еще и босс будет. Какой-нибудь полюбасику. Это я вам точно говорю. У-ху-ху. Собака пропалила, а? Да опять ты здесь, а? Да выделывался, хмыреныш. Кстати, ребята, когда он красным становится, можно делать контрудар. Вот что я понял. И это хорошо. Это что такое? Нож? Хорошо, будем ножом орудовать. Мы все-таки спецагент, спецназовец. Мы должны владеть всеми видами оружия. Хоть карандашом даже, блин. Ну иди сюда. Че, если он режет? Жалко, быстро кончился очень. Пошел отсюда. Не получилось? А, нет, все нормально. Так, ворота здесь горят, не пройти. О, монах. Василий, они схватили некоторых из братьев. Я не знаю зачем. Монах на своем смертном одре успел нам сказать важную информацию. Поехали, ребята. Три. Бойня. Ну что же, ребята, давайте тогда на этой ноте я завершу эту игру. Мы с вами обязательно увидимся в следующих сериях, если, конечно, она вам понравилась и вы захотите посмотреть продолжение. Ну, а на этом все. Всем пока и до скорых встреч.